Вот такой вот теперь у меня вид в саду. Вот такой. Я довольна. Я так довольна, что убрали вот эту яблоню пустую. Вот эту тоже вот вторую надо. И вот эту. Сын говорит, не надо, пускай падают яблоки, пускай этим будет. Ну, пускай, но только чуть-чуть ее надо все равно вот тут вот подрезать, чтобы она покороче была. Потому что если яблок будет много, ветка завалится и все. Так же, как вот эта вот обломилась. Вон она висит. Поэтому надо ее просто вот тут в этом месте, вот где сук идет вверх, вот тут вот, вот этот сук подрезать, убрать. И вон ту ветку. Ну, короче, покороче сделать. Потому что они нагибают. А если покороче сделать, то начнут молодые веточки отрастать. И